сервер. Она перегреется здесь? Нет, специальное решение. Такое оборудование для решения задач инновационной сложности. Здесь будут писать программы для автоматизации, контроля и кибербезопасности промышленности. Мы, собственно, занимаемся решением проблем наших заказчиков. Да? То есть есть некая задача по созданию какой-то аналитической обработки данных, по интеграции какой-то данных. Данный центр станет частью мировой сети научных лабораторий. Сейчас Schneider Electric представлена в 100 странах мира. Для открытия этого центра город Иннополис выбрали по нескольким критериям. Это инфраструктура мирового уровня, наиболее близкое расположение нефтедобычи, огромное количество потенциальных потребителей, опыт применения у них таких технологий, локализация в городе подобных производств, институтская среда и специалисты, что готовы работать в этом центре. Все сошлось как нельзя лучше, не скрывали на открытии. Рустам Миниханов и руководители французской компании много шутили на тему языкознания. По-французски я, кроме сова-сова, ничего не знаю. Да. Как будет по-французски «доброе утро»? Бонжур. А, это я знаю. Бонжур. Рассказывали, что в татарском языке слова «назад» не существует. В Татарстане вы всегда идете вперед. Мы действительно вместе идем только вперед. Алга, гел, алга. По поводу работы центра планы серьезные. Его продукции хотят завоевать мировые рынки и задать новые технологические тренды. Уже есть покупатели в Татарстане. Мы уже работаем с Таифом, с основными игроками нефтегазового сектора. В этом центре мы будем не только создавать программное обеспечение, но и вместе менять отрасль, задавать новые тренды. Наши отношения с компанией Schneider Electric переходят совершенно на другой уровень. Мы не только покупаем какие-то их продукты, решения, мы сегодня вместе будем создавать и внедрять те новые разработки и технологии. Сейчас в центре будут работать 10 специалистов. Проект собираются расширять, инвестировав в ближайшие 5 лет как минимум 1 миллион евро. Дмитрий Айринин, Ирина Сафин, ТНВ, Иннополис.